Всем привет! Вот вести из леса. 21 сентября. Где-то 22 градуса тепла. Вот у нас Екатерина Николаевна уже нашла первые грибочки. А вот смотри, какие мяконки. Вот. А вот там где-то еще. Вот это вот нарвались на пятачок с грибами. А так у нас сегодня маршрут следования клюква. Ну и плюс вот. Вот такие красивые. О, какие шикарные грибочки. Так что сегодня у нас и грибы, и ягоды, как полагается. Ну вот. Хорошие, крепкие. Сейчас придем. Вот это вообще, конечно, мощный. Итак, прибыли на поле с клюквочкой. Сейчас пойдем собирать. А пока вот разгребаем чуть-чуть маленьких грибочков. Какие красивые. Еще бы маслят найти вообще. Ты довольна? Да. Вкусный ужин на сковородке. Да. Ну вот она миленькая. Ягодка. Крупненькая, хорошая. Клюквочка. Кладезь здоровья. Заготовочки на зиму. Много еще зеленой. Вот такая вот красивая ягодка. Я тут чуть-чуть болею. Витаминки нужно кушать. Вкуснятина. О. Вот так вот сидишь. Собираешь. Вот тут. Как тут комбайном собирать можно что-то в этой траве? Только ручками, ручками. Никакой комбайн тут не поможет. Вот видите. Еще зелененькое есть. Ну ладно, сегодня чуть-чуть соберем. Не будем много. Пускай еще недельку позреет. Погода топ. Воды, правда, вот так вот. Переходили, вот так воды было. Вчера ливень сильно шел. Как ты, нормально со фото утопилась? Попой мокрая. Вкусненько. А, еще и комар успел за шею пролить. Вот так вот контент и делается. Я все вижу. Своим подписчикам. В карафута. Воздух. 2,5 часа пролетели. Собрала 2 литра где-то. Может, чуть побольше. И вот у нас вышло. Катюха перебрела грибы. Полная ведерко грибов. Мухарчуков, а бабки. Сколько тут ведерка-то, не знаю, 7 литров, наверное. Вот так вот. Сейчас она там еще чуть-чуть пособирает. Я тут пока чаевничаю. Да поедем еще грибошков поищем. Не стали сегодня покушничать, больше собирать. Так как она вот полубокая. Пускай еще недельку посозревает. Так вот день и прошел. Вот еще чуть-чуть маслят нашли. Катюшка переработает. Екатерина Николаевна. Кушать жареные грибочки. Все. День прошел хорошо. Удачный день. Удачный день. Всем спасибо, что смотрите нас. Это был хороший день. Теплый, уютный. Компания О. Ягоды, грибы собраны. Всем отличного настроения. Всем пока-пока. С вами была ваша Марни. Thank you.